Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardreset.info, с вами покажу, как на Xiaomi Book S12 4 дюйма включить таймер нашей камеры. Так, сперва нам нужно камеру найти. Мы поднимаемся, пишем, в принципе, здесь камера, вот, она у нас сразу выбивает. Можем ее, конечно, поставить на рабочий стол, но вот она у нас здесь. Можем перевернуть, к примеру, чтобы вы увидели, вот, что мы сейчас снимаем, да. Примерно как включить таймер. Таймер у нас включается в левой иконке посередине. Посередине нажимаем, вот видим 2 second timer, 5 second timer и 10 second timer. То есть на 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд. И чтобы выключить, просто выключаем. Давайте поставим на 5 секунд. И я вам покажу, как оно работает. Вот этот такой кружочек. После чего будет сделана фотография. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.